загораживает. Самый-самый центр. И как-то не очень-то почищено. Вон там выгребают, куда-то сваливают снег. Ну что, друзья, приветствую вас на канале. С наступающим Новым годом. Погода сегодня у нас в нашем московском регионе не очень такая. Вот теперь вот такая вот слякоть, потепление. Ну ничего, идем смотреть, что у нас есть. Да, похоже на каток. Ну, пойдем, зайдем, посмотрим. Вот такая музыка, мелодия приятная. И такой вот каток. А вот здесь, видишь, можно с этими пингвинами. Ну это как для Кирюхи, да? Пингвина взял. Все, идем дальше. Вот он, центральный вход. 50 рублей, что там сказали, 50 рублей в час? Ну пойдем посмотрим, здесь цены, наверное, есть. Здравствуйте. Если с вами придете, то вообще бесплатно, еще бесплатная заточка есть. А так, соответственно, вот за каждую пару 50 рублей и 2000 залог. Работаем по расписанию. Можете себе сфотографировать, также нужно будет зарегистрироваться на сайте Московский сезон. Если вдруг в удобную дату и время нет регистрации, она закрыта, недоступна и все такое, вы можете приходить, у нас работает система, она работает таким образом, что через полчаса после начала каждого сеанса у нас открываются места для вновь прибывших. Это места тех, кто зарегистрировался заранее, но не пришел. Понятно. Вот так. Нам практика показывает, что... Ну, а без регистрации нельзя так вот вообще? Ну, обязательно регистрация. А, то есть регистрироваться... Да. Но можно зарегистрироваться либо заранее, либо вот уже попасть. Да. Все, спасибо. Все, пожалуйста. До свидания, спасибо. Идем изучать дальше. Оказывается, есть бесплатный каток. Даже бесплатный? Да. Если со своими катками, то бесплатно. Ну, здесь, смотри, ну, здесь клево здесь сделано, да, Жан? Клево сделано. Да. Очень так хорошо даже. Пойдем там зайдем. А, здесь можно зайти. Я бы сказал, даже очень. Фотозоны сделали? Ну, наверное. И фото, и шашлыки, и кататься. Ага. И каток рядом. Ну так приятненько все-таки. Ну да. Здорово, приятненько, даже там очень. Там никого нету, зато... Ладно, мы идем дальше. Да, Дед Мороз гуляет. С Новым годом поздравляет. Это мы наш. Мало снег страшного. Вдруг думали, что зимы не будет. Искусственный снег.
Идем? Рыба. Ночью здесь уже, в принципе, это же осталось. Самые последние предновогодние выходные. Да. Следующий уже будет практически новогодний. Все готовятся уже там. Петр Первый или кто там ходит? Да, похоже. Я помню, как это пойдемте погуляем. Добро пожаловать в сказку. Ну пойдем в сказку. Так же, так хочется сказки, а? Да вот очень хочется сказки. Заходим в сказку. Ну там вот дети сидят. Да. Ой, какой здесь большой зону-то сделали. Да? Ну правильно, собрать всех в одно место-то, а? Не пройдешь. Как-то сказка такая. Слишком многолюдная. Ну, здесь тоже качельки, карусельки. Вот там мы пойдем, пожили, посмотрим. Ну да. С Новым годом! Охотный ряд. Вот он меню, что чего-то. Чай, кофе, шашлыки. А что, хорошо? Ну, в основном все здесь, да? Не, вон там вон стоит елка. На Манежной площади. Ой, запахи такие. А здесь что у нас? Да, я просто прогулку. Вот.
Сейчас Жанна скажет, что там. Письма Деду Морозу пишут. А, вот здесь, вот видите, письма Деду Морозу. Успейте написать. Это север России, а это теперь юг России. А, то есть разделение, да? Пойдем направо. Ну вот смотри, какие отважные. Вот. Думаешь, найду? Отважные, мудрые. Хорошо. Сейчас они все отгадают. Все отгадают. А что за персонажи такие волшебные? Это собака. Это тоже мастер-классы. Не трогай хвост. Это... Ну, а здесь монеты делают, да? Скорее всего, или чутка. Чебуреки от 200 рублей. Рождественский напиток 300 рублей. Да, друзья, идем на Красную площадь. Здесь мы все посмотрели. Сейчас мы идем на Красную площадь, посмотрим, что там, как украшена Красная площадь. Вот, идем. Раз уж так получилось, мы сегодня немножечко с Жанной решили погулять. Идем. Да, 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 Жанна. Сейчас посещение Красной площади как турист. Ну так вот уже получается. Приехали. А так мы здесь частенько были. Периодически. Периодически, когда работали. Рядом. Все, вот мы. Поднимаемся по брусчатке. Да. И выходим на Красную площадь. Снег здесь более-менее вывезли. Вон он, каток. Там каток, а это гумка. Это гум-каток, а тут маленький каток. А это каток на Красной площади, этот платный. Ну да. Ну, пойдем посмотрим, что здесь, да как. Там Никольская улица. Тоже аттракционно, видишь? Здесь пойдем по кругу или как? Или вот так вот? Так, и туда. Ну пойдем так. А что там такое? А, и каток. Да. Ну каток-то нам. Да, как? А где гум заходит? Гум там. Там центральный, там все это. И там тоже есть. Там много входов и выходов. А так один каток какой-то. Ну, это же гум, каток. Плюс 1 градус, видишь? 23 февраля плюс 1. Снег начал таять. Декабря. 23 декабря. Снег обильно начал таять. Так же, как обильно шел. Да. Вот такая вот у нас погода. Иди, Сашаночка. Да, давай. Вот они мы, вот они, вот они да, мы. Да, вот.
вдвоем сегодня. Без прицепов на Красной площади. Да, на Красной площади, только вдвоем. И показываю вам, что сегодня происходит здесь. Идем? Тихо, спокойно. Большой, там маленький какой-то. Ну, там маленького вполне достаточно. Не, в принципе. Ну, если там народу немного, то почему бы нет? Вполне. Да, когда-то здесь были очень-очень длинные очереди, чтобы попасть в мавзолей. Когда он работает. Ну, не такие, чтобы уж совсем длинные. Первый канал. Мы можем вот так пройти. А завтра мы поедем. Время работы. Понедельник, четверг, пятница до 11. Суббота, воскресенье до 11. Здесь до 11 вечера. Добро пожаловать. Это выходные до 11, а будни до 10. Будни до 10. Жизнь идет. Так, пошли там? Ну, пойдем там, потом круг сделаем. И у нас будет удобство. Ну, в большинстве случаев, да. Надеюсь, новогоднюю ночь они будут работать? Думаю, да. Ну, видишь, какие карусели. Сейчас мы зайдем, посмотрим карусели. ГУМ, ярмарка. И вот они, карусельки. Разбежат. Чашечки. Печка. После этого большой пост не отходил. Ну что, пойдем налево, пройдемся. Торговля, которая работает, типа как это, ежедневно. Сейчас их просто украсили, сделали. Нет, здесь ежедневно это не работает. Не работает? Нет, конечно, площадь чиста. То есть рождественская только ярмарка? Да. Ну, как раз сейчас зато дойдем и пойдем на Никольскую или куда-то. Да нечего здесь. Ну, зайдем. Валенки. Посмотри, какие валенки. Сейчас пойдем. Все, пойдем возвращаться. Ну все, ярмарку мы эту прошли. ГУМ ярмарку. И пойдем еще куда-нибудь зайдем, посмотрим. А вот он сам ГУМ. 4 часа. 3 часы. На Спасской башне.
Идем в ГУМ. Заходим. Заходим, зашли в ГУМ. Жан тут решил выйти раньше нужного. А это мы сразу на второй этаж попали. Если не мозгу. Да ладно. Санки. Ну да, все в стиле Гжи. А потом уже спустимся, пойдем пойдем. Ну, пойдем на третий. Поехали. Это вот на средней длине. Так вот украшен ГУМ. Пойдем туда? Пойдем в центр. Много разных украшений. Ну, это керамические. Смотри. Mm. И сами. Mm-hmm. Коньяк в шаре. Ну что, пройдемся по елочке? Да, посмотрим елочку. Вот видите, какие когда-то маленькие. Ну да, здесь. Накручивают. Ну это в принципе. Ну это надо накрепил, наверное, и больше не снимать с елки. Ну это да. Потому что
просто их потом это на них на какой-то проволочке. Ну, в общем, вот такой вот ГУМ сегодня. Жаночка, Жаночка, давай. Не пойдем до конца уже все это. До конца мы не пойдем, скорее всего. Уже надо возвращаться. Да, на Никольскую потом. Мы тоже сегодня не пойдем. Но обещаем, что когда-нибудь... А может, мы можем через Никольскую пройти туда? Уже заключительно. Хорошо, тогда идем. Все, идем на Никольскую. Уголок Деда Мороза. Да? А это пожелание писать. Еще один шар. На этой линии одни шары. Исторический музей. Вот Сталин с Лениным стоят. И вот мы вышли на улицу. Красная Никольская. Это ГУМ. Как мы видим, Жан, снег и здесь лежит. Видим радость, они с Африки, наверное, снега не видели давно. Вот переход, а после революции. Хотя и там он дальше едет. А? Там дальше же тоже метро есть. Вход. Не поняла. Там дальше вход в метро тоже есть. А мы пойдем к этому. Китай-город. Или сюда, или там дальше можно пройти. Пойдем, пройдемся здесь чуть-чуть еще. По пешеходной Никольской, как бы здесь не упасть бы, а? Центр опять не российский. Уже давно это. Подогрев в площади надо сделать. Надо было. А не получим, Саня. Ой-ой-ой. Аккуратно. Я говорю, подогрев да. Площади. Походу центр здесь... Москвы, а... Походу здесь сейчас не до съемок будет. А как бы пройти? Может, здесь хотели что-то сделать же от снега? Может, здесь хотели что-то из снега сделать?
Да, он растает. Подожди, да. Кто знает, может, кто здесь еще хотели сделать из снега? Он растаял, ничего не получилось, но снега много. Горы, горы снега. И воды. Лужи воды. С правой стороны контактный музей огнестрельного оружия. Я тебя догнал. Ну все, в принципе, можно направо уйти. Я не знаю, тут снега здесь, видишь, сколько. Может, его чистили вот этот вот грязь. Может быть, будут какие-то горки делать? Не знаю, может, действительно, что хотели делать, но снега вот здесь вот много очень. Все, мы поворачиваем направо, и наш путь идет к Китай-городу. В общем, все, друзья, на этом мы вам говорим до свидания. Не забываем поддерживать канал лайком, комментарием, ну и, естественно, подпиской. Все, до новых встреч на канале. Вот в Москве дождик пошел. А там вовнутрь можно сходить? Да, вот это нет. Ну там, видишь, какая-то площадка. Ну да, типа подставка. Нет, просто подставка. Что-то непонятно. Непонятно. Под наклоном стоит. Сверху что-то. А здесь вроде как лавочка сидеть. Да, а здесь лавочка сидеть. Ну так что-то может какие-то проводить мероприятия? Может быть. Может какие-то на новогодние праздники. Ну и вот он, гостиный двор с елочкой. Все. Мы идем налево в метро.